Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Сегодня пушкинские строки звучат повсюду. Торжества развернулись в сквере, названном именем поэта. Здесь вспоминают его творчество, исполняют романсы на его стихи. И все это перед лицом гения русской мысли. «Не мудрствуя лукаво, у разбитого корыта пир во время чумы» — этими афоризмами русский язык обязан Александру Сергеевичу Пушкину. Его произведения, созданные почти два века назад, сегодня знают далеко за пределами России. На холмах грузы лежит ночная мгла, шумит орагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Пушкинский день России в стране отмечают с 2011 года. Празднуют его в день рождения поэта, которого считают основоположником литературного русского языка. Дум высокое стремление даром не прошло. Сегодня с произведениями Пушкина знакомятся с детства. С каждым прочтением строки играют новым смыслом. Когда мы маленькие дети, мы видим только занимательный сюжет. А когда вы вырастете и будете взрослыми, почитаете эти сказки, вы поймете, сколько заложено всего глубокого в этих сказах. На празднике русского языка творчество не только литературное. С пушкинским вдохновением в сквере мастерят поделки и пишут картины. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».